Всем привет, с вами Гринни, и мы продолжаем с вами делать небольшие моды для своего сервера, допустим, или просто для одиночной игры. И сегодня я расскажу о такой достаточно сложной для новичков теме, как убрать начальные корабли. Иногда это вызывает сложности, то есть вы хотите, допустим, на своем сервере сделать свой какой-то кораблик, вот, и не хотите, чтобы там появлялись, допустим, планетлендеры и прочая ахинея. Вот. Это делается все достаточно быстро и просто. Для этого нам понадобится, значит, две папочки. Значит, первая папка. Давайте начнем сначала. Значит, диск C, пользователи. Значит, папка с именем вашей записи Windows, дальше AppData, Roaming, Space Engineers, Mod. И здесь мы с вами создаем папку с названием нашего мода. Пускай будет no default ship, respawn ship. В ней создаем папочку data. Ее открыли. Дальше нам понадобится папка с игрой. Открываем Steam, Steam Apps, Common, Space Engineers, Content, Data. И здесь мы находим файлик Respawn Ships. Его копируем и помещаем в свою созданную папочку Data. Открываем, лучше это делать нотпадом. И видим здесь все наши корабли. И здесь, вот допустим, Planetlander. Здесь надо добавить просто проверку, то есть включен ли он. Enabled равно кавычки и false. Копируем и вставляем ко всем своим кораблям, которые хотим удалить. Если какие-то не хотите удалять, то, соответственно, оставляете без вот этого нововведения. Ship files. Сохраняем. Закрываем и запускаем нашу игру. Так, мы запустили игру. Значит, теперь протестируем наш мод. Значит, создаем новый мир пользовательский. Выживание обязательно не в сети, потому что локальные моды нельзя в сетевой игре использовать. Значит, моды. Вот наш мод, который мы сделали. И тут есть такой нюанс. Если вы попробуете просто загрузить этот мод, у вас напишет, что файл игры поврежден и игру выкинет, потому что он убирает все респауншипы, а должен быть какой-то другой корабль. То есть мы берем вот, допустим, GPL, это мой стартовый корабль для моего мира, и ставим его тоже вместе с этим модом, загружаем обязательно, иначе у вас ничего не получится. Теперь берем, значит, все, выживание, Star System,
Загружаем. И смотрим, что из этого получится. Так, мы появились на кораблике. Вылезаем из него. Видим, это стартовый корабль, который я сделал. Ну и чтобы посмотреть, что у нас доступно, давайте умрем. Как видите, нам доступен только мой корабль и скафандр. Что и требовалось доказать. Так. Ну а теперь надо сделать так, чтобы, собственно, этот мод был доступен вам в сетевой игре, на вашем сетевом сервере, допустим, выделенном. Значит, берем этот мир, изменить настройки, моды. Берем вот этот вот мод, папочку нажимаем «Опубликовать». У вас выскочит. Давайте корабли возрождения и другое. Выскочит окошко оверлея. У меня, к сожалению, в бандикаме сейчас оно не выскочит. Вот там вы можете его оформить, описать. Ну, можете ничего не делать, он уже автоматически в ваших подписках. Вот этот мод. Вот если видите сейчас ссылочка внизу, вот эти цифры. 635, 105, 359 это именно как бы идентификатор мода, который надо вписывать в окно выделенного сервера в раздел мода. Вот. Надеюсь, я был вам полезен. Если да, то жду лайка. Увидимся. С вами был Грини. Пока.